Здравствуйте, дорогие зрители! Блять, сука. Ну, я правильно подготовился сегодня. Все, сейчас нормально, да, слышно? Ой, бля, спину свело, пиздец. Вы посмотрите, что я сделал. Это я все вручную клеил, вот эту всю хуевину, вот это... Вот эту писанину, блядь, ебаную нахуй. Картинка красивая, но слава богу, ребята, слава богу. Харакири будет в конце, но если не получится... Ребята, делаем конкурс. Ну и как конкурс? Условия. Если у меня не получится Филадельфия, я сделаю в конце харакири. На что ставку сделать? Делай ставку на то, получится у меня Филадельфия в итоге или нет. По-моему, разъеб. Да ну пиздец. Так вот, еще раз, добро пожаловать на мой стрим. Меня зовут Данил. О, япон по-японски пишет. Меня зовут Данил, и я опытный японец. Работаю японцем уже много-много лет. Сегодня я буду делать суши Филадельфия. Самое изысканное блюдо на моей родине. В первую очередь, я хотел с вами обсудить последний сезон Наруто. Мне кажется, Саски зря ушел из Конохи. И... А в Тетради Смерти, короче... Жалко, что Кира победил всех. Или не победил. Нет, не победил. Жалко, что у Кира забрали его душу. А еще... Унесенный ветром, мне кажется, что мальчик тот, дракон, не мог выжить после того, как в него закидали острые карты. Все, вайп пошел, вайп есть, все, я вам вайп создал. Чел штор на себя надел. Ты охуел, это настоящее кимоно, посмотри. Это настоящее кимоно, блядь. Короче, все делалось по пыхах. Я смотрю аниме, я очень крутой. Все делалось по ПХ, поэтому я даже не знаю, что я купил для суш. Ну, точнее, не я купил, а Юля купила. Короче, я нихуя не подготовился нормально, поэтому сейчас будет смешно, блядь. Старался. Ура, я ждала Cooking Stream очень долго. Чего готовим сегодня, батя? Сегодня готовим суши Филадельфия сам. Спасибо большое. Бля, Даня, изысканные блюда на твоей родине, это Белла Шеч Почмак. Удачного стрима. У меня на тебя встает. Кстати, я Капрофил. Спасибо, Павел Дуров. Договор подписан. Кучач, хорошего стрима и вкусных роллов, папа сам. Спасибо большое. Самый прикол, я даже договор не гуглил рецепт. Я даже сказала не знаю, подруге, как это готовится. Что трачу деньги на донаты тебе. Теперь она хочет донести на тебя Мизулиной. Спасибо большое. Мизулин-сан не души. Ку, Даня. Оставил место шефа с хватой и стал су-шефа. Удачного стрима. Да, кстати. Договор. Я су-шеф 89-го. Передай, пожалуйста. У нас сегодня две камеры, кстати. Конечего, чат. Сейчас покажу. Даня, конечего, 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 спасибо, конечего. Вот что делает дружба с Джун Ли. Да, блядь. Надо говорить не спасибо, а аригато. Аригато? Точно, блядь, точно, аригато же будет. Даня, давай по-фосно покажешь нам приемы карате. Конечно, конечно, смотри, первый прием. Договор подписан. Удар журавля. Оля, если ты опять не пришла на стрим, я тебе дам пизды в КРФ. Второй прием. Дикая кобра. Третий прием. Громоотводный бегемот. Привет, Милена Чижова, я твоя фанатка. Договор отписан. Покупайте мои бошки. Ребята, вместо роллов будет завертин. Да. Так, давайте приступим к роллам. Ребят, я второй раз в жизни вижу, как они готовятся. Я так посмотрел чисто продукты, больше нихуя не делал. Сейчас мы посмотрим ингредиенты. Поехали. Сейчас мы будем. Так. Поехали. Список продуктов. Опа. Джун Ли, спасибо большое за косарь.
А можно получить воздушный поцелуй от самого красивого на свете? Нет, настоящий самурай никогда не передает воздушный поцелуй. Только поцелуй дракона. Так. Поехали, короче, по списку. Сёмга. Что такое, блядь, сёмга? А, вот она. Сёмга есть, только она что-то тоненькая, блядь, посмотрите. Это для кого вот эту рыбину прихуячили? Посмотрите, она вроде как есть, ну посмотрите. Привет, Даня. Залетаю первый раз на стрим. Надеюсь, мы станем с тобой друзьями. Великий Лук и Йоу. Жду тебя наконец-то конечно, с концертом Лук. Конечно, станем. Так, сёмга, огурцы. Огурец одного достаточно. Вот огурчик. Так. Авокадо. Авокадо есть. Сливочный сыр. Ну, блядь, мне взяли творожный, блядь. Ну, похуй, я думаю, поебать вообще абсолютно. Я не знаю, стоит, ну, вообще, пойдет этот сыр или нет. Я думаю, нет. Ну, ладно. И у меня есть целый набор. Сразу же. Так, нужен еще рис. Рис у меня, кстати, сейчас. Рис сан у меня есть. Вот он, рис. Что еще там? Сухие водоросли. Блять, вот здесь это надо вот эту хуевину скрывать. Сейчас посмотрим. Так. Когда харакири? Я же говорю, если не получится, делаю харакири. Так, ну блять, мне купили набор. Вроде тут должно быть все. Смотри-ка. Вот они, листы. А что еще надо? Сухие водоросли. Да-да, вот они, водоросли. Соевый соус. И васаби. Васаби? А, смотри, тут есть бамбуковые палочки, но это хуйня. А что это? А, это хуевина, на которой закручивать. Кстати, да. Внезапно стало так пусто на душе, можно даже сказать, что о, тут грустно. И рис есть, ну, смотрите. Ладно, видимо, не заслужил. Спасибо большое, ну я готовлю, блядь. Спасибо, Джун Ли, дайте бог здоровья, Джун Ли сан. Да-да-да, ребята, ну. То есть я чату сабок накидал, вчера с ними доставкой из КФС делился. Они любят Джун Ли? Все с вами ясно, мужики. А ты, да, поговори с ними на этот счет, это просто пиздец, я тебе серьезно говорю. Так у нас есть, получается, уже рис, блядь, здесь. Это хуёвина, на которую надо закручивать все. Это что? Рисовый уксус, блядь, нихуя себе, блядь. А как? Ну ладно. Это что? Васаби, так. Соевый соус. Ну, у нас и так он есть. И еще один соевый соус. Вот такой набор у нас. А как эту хуйню приготовить пока что? Ну, я не ебу, если честно. Так. А вон Юра Якто все сердечки отправляет. Ой, блядь, а как эту хуёвину готовить тогда сейчас? А есть тут рецепт именно как... О, есть. Для приготовления роллов Филадельфия вам понадобится рис для суши. Да ты чё, блядь? Заранее сварить рис. Бля, его ещё и варить, нихуя себе. Так, водоросли, норисли. Да я знаю, ты, блядь, вы выше написали. Огурец очистить от кожуры и нарезать длинной соломкой. Авокадо очистить от кожуры. А как авокадо очищать от кожуры, блядь? Блядь, а как авокадо от кожуры очищать, блядь? Я ее ни разу не резал, не знаю, что... Ну ладно, я попробую. Нарезать авокадо таким же образом, как огурец. Отрезать от рыбного стейка небольшой кусок острым ножом под 15 градусов. Ой, блядь, какой ужас. Сделать шкуру, чтобы получить рыбное филе. Да пошел ты нахуй. Сёмгу нарезать. Короче, я понял. В первую очередь мы режем огурцы и варим рис. Я где-то кастрюлю свою, блядь, приготовил. И хуй знает, где она, блядь. Сёмга-сан. Он выглядит, как моя бабушка в халате. Но я же не мертвый, блядь. А где моя кастрюля, блядь, сейчас?
Я наберу только чистой воды. Она будет немножко дольше набираться, чем нужно. Что за змей этот дракон? Так, надо руки сначала помыть, ребята. Чтобы вы не отравились. Осуждаю. Ладно, лапочки в чатике. Я тоже вас люблю. Род 0 меньше, чем 3. Да поебитесь уже. Ух, нихуя, блин. Ребята, хотел вам сказать, что приготовление... Я как опытный су-шеф, я вам скажу одну простую вещь. Приготовление роллов – это вам не хихоньки и хахоньки. Это настоящее искусство, которое смогут отважиться, ну, не все, блин. Не всем дано приготовление роллов, как это нужно. Это вам все не хихоньки и хахоньки. Когда концерты, Даня? Хорошего стрима. А вот прямо сейчас, аноним. Спасибо тебе большое за донат. Поехали. Нужен движ, нужен хаос, всем дожить бы до утра, им нужен стиль, нужен бас. Ну, короче, ты понял. Да скоро, как-нибудь сделай. Все, вода налила. Так вот, да, готовить суши, это вам не хихоньки-хахоньки. Для этого нужны настоящие стойки су-шефы. И поэтому, если будете много пиздеть... можете получить по ебальнику в GTA 5 RP. Нихуя да, нихуя! Фузбой, спасибо тебе большое! Нихуя себе! За вашу любовь кидаю вам еще и собак, любимки. Спасибо тебе большое, ебать ты накидал! Так, поехали! Короче, гайд, как нужно очищать авокадо от шкурки. Сначала ты должен его порезать. Ты должен по вертикали его обрезать, чтобы он, ну, на две половинки ровный типа получился. Потом ты берешь попкой ножа вот так вот, ну, не ручкой, которая, а ближе к пальцам лезвием, и хуяришь по ебучей косточке, проворачиваешь ее в какую-нибудь сторону, вытаскиваешь косточку, ложкой снимаешь всю шкурку. Я в ТикТоке видел, да. Все, я понял, попробуй. Спасибо тебе большое, Надя. Поздравь Аню Кармальскую с наступающим 8 марта. Аню Кармальскую поздравляю с наступающим 8 марта сам. Блять, сука, еле влез, блять. Так. Блять, вы этого не видели. Отлично, пойдем промывать рис. Че ржете, блядь? Хули вы ржете? Это так и нужно, чтобы суши готовить. Че, не в курсе, блядь? Так и нужно, блядь. Учитесь, учитесь, блядь. Я че думаете, просто так этот стрим заебенил, блядь? Чтобы вы наконец-то хоть кто-то научился нормальные роллы готовить, блядь. А в наборе нет инструкции, как правильно рис сварить. А то если он не будет липким, у тебя ничего не получится. Липким? Он чё, бля, клейка лента нахуй? А в смысле, бля? Высыпаешь тарелку. Угу. Тщательно промыть рис в холодной воде 2-3 раза, пока она не станет прозрачной. Рис для суши лучше всего готовить в кастрюле с толстым дном. Как? Кто я еще раз, блядь? Как ты меня... с плотным антипригарным покрытием. Ну, мне нормально. Положить рис в кастрюлю для варки, залить водой в отношении 1:1:15. Чего, блядь? Сука, что? Нихуя себе, блядь. Что, блядь? 1:1:15. А, я думал 1:1:16. Ага. И оставить на 30 минут. Пока рис не станет белого цвета. А сейчас он какого, блядь?
А ща он чё нахуй, блядь, серого нахуй или чё? Чё за хуйня, блядь? Закрыть крышку и поставить на огонь, варить рис в течение 40 минут, не поднимая крышку на медленном огне. Так он же 30 минут варился, блядь, или чё? Чё за хуёвина, блядь? Так, короче, ладно, по порядку. Тщательно промыть рис, пока он не станет прозрачной, вода. Угу. Рис для суши лучше всего... Это про кастрюли у меня такая, нормально. Закрыть... Надо просто под водой его подержать, короче, поняли? Он что, должен минут 30 под водой подержаться? Вы прежде чем пасты кидать, чекайте, чья там написано. А то сидят там спамят Юря вместо Юра. Лошары, люблю вас. Ну и они такие, да, есть что-то в них такое, блядь. Да, блядь, как этот рис промывать? Я пока рис промываю, блядь, у меня уже половина проебалась, блядь, риса нахуй, блядь. Договор подписан. Стакан риса на полтора стакана воды. Спасибо большое. А как поднять, сколько у меня стаканов риса, блядь, если он уже в кастрюле, блядь? Короче, и так сойдет по хую, блядь. Так. Кухонные весы есть? Чего, блядь? Что это? Блядь, мне своих-то усов, говорю, весов нету. Так, а что мне делать сейчас, блядь? Я уже забыл. Полтора стакана воды, значит. Ну, здесь я хуй знает. На стакана полтора. Получается, нам два стакана нужно. Фонг японский? Да, ща. Да ну пиздец, да круто, бля, пафосно звучит. Сыр помыть, чё, дурак, блядь. Иди ты нахуй, наёбер, блядь. Сыр помыть не забудь. Да я сейчас тебя помою, блядь. Посмотри, сколько грамм в пачке риса. Умножь на 1.15. Столько воды надо. А как мне понять, сколько у меня воды? Как мне, блядь? Чё, дурак, блядь? Как мне понять, сколько мне воды? Да я на глаз, короче, похую, ребят. Да я лучше все знаю, блядь. У нас в Якудзе правильно все говорится. Ой, блядь, отклеивается, блядь. Опа, все, все, так. Вот есть одна задача. Я вот сейчас уже в кастрюле нахуярил воды. А как мне, блядь, теперь оттуда водой черпать? Наверное, кружками, блядь. О, у меня есть вот такая хуевина. Она с этими, с миллилитрами. Так, это есть. Фу, блядь, мне вообще что-то не нравится эта идея, с пастой было интереснее. Так. Да я, блядь, я в кимоно или ты в кимоно, я не понял. С этим твоим на глаз выйдет и заебал и тем, кто голосовал за два варианта. Я сейчас еще как настоящий азиат, когда буду готовить, буду курить, короче, серьезно говорю, просто сигарету возьму дымящуюся. Буду хуярить прям с сигаретой, блядь. Будет разъеб, пиздец. Мы этого и ждем. Да пошли вы, блядь. Я нахуй в кимоно, я лучше знаю, блядь. Так. Договор подписан.
Как отменить ставку? Ну не то, чтобы богато. Авансы — это так фигня, ахаха. Спасибо большое. Ну понятно, авансы просто так хуй пойми кому не дают. Ну ладно. Ребята, вы в меня не верите? Я все ебану, блядь. Все, что нужно, блядь. Какой нахуй 40 минут рис ставишь на плиту, пока не закипит, пару раз помешаешь? Пару раз помешай, чтобы не прилип ко дну, как закипит, делаешь маленький огонь, накрываешь крышкой и ждешь минут 12. Потом снимаешь с плиты, крышку не снимая, ждешь 15 минут, потом добавляешь уксус, сахар и соль. Нихуя, зачем уксус? А зачем уксус? В чем смысл? Ну ладно, ребят, да я знаю, ой, блядь, да что у меня рассказ, все знаю, блядь. Поехали, надо рис, короче, хуярить. Договор подписан. Несколько раз задонатил, а ник мой так и не назвал, неуважительно ко мне Данила Япончик. Спасибо, Чипиздрик, тебе большое. Чипиздрик сам. Рис вари по рецепту на упаковке. Как сварится, добавь 1 столовую ложку рисового уксуса и чайную сахара, тогда рис будет клейким как надо. А нахуя сахар, бля, в чем прикол? Тогда клейким будет, понятно. Ну, ребят, так погоняйте по теме, блядь, я ж все шарю нахуй. Рисовый уксус, ну я понял, у меня есть он. Вот, короче, у меня вот такой пиздарик, блядь. Вот такой пиздарик. Теперь нужно как-то водой его залить. Блядь. Нормально? А, вам же не видно, блядь, сейчас. Сейчас. То есть вода чуть больше, чем... Минус баллы пишут. Больше риса. Риса мало? Серьезно? А, риса мало. Сейчас тогда еще промоем. Ну это все, что было, поняли? В упаковке этой. Данечка забыла сказать, что поклоняюсь треку Неумеха. Очень долго ждала. Все, что ты пишешь, превосходно. Теперь буду ждать альбом. Спасибо, кошка Сан. Спасибо. Так. Пока готовишь, суши закажи чисто на всякий. А то помереть из-за того, что суши не получились, это слишком сильно. Да пошел ты, блядь. Все у меня получится, я в себя верю, в отличие от вас. Стакан, вода мутная. Да это вы мутные, блядь. Ну вода действительно мутная, но это из-за вас, блядь. Сука, я вам оставил кастрюлю, вы ее намутили, блядь. Теперь она мутная, блядь. Блять, попросил нормально, блять. Да пошли вы нахуй, все, я больше чат не читаю, блять. Сидят нахуй эксперты, блять. Агузок, иди отклеивай этикетки от бананов. Я сейчас нахуй тебя отклею, блять, дружок, нахуй. Короче, еще риса пиздячу, на глаз. Короче, объясняю, как готовить. На глаз хуярим рис, промываем. Ребята, самое важное, тщательно промыть. Уксус тоже промой, не дай бог, отравишься еще. Договор подписан. Я работаю на производстве колбасных изделий, так что аванс заслуженный хе. Это тебе не роллы готовить, ахахаха. Договор подписан. А мою колбасу через диком меня назвал. Блядь, да пошел, да? Ты все, тетя с деньгами уходит. Да пошел ты все, тетя с деньгами уходит. Спасибо. А ты не Чипиздрик был? А там Чипиздрик был донат. Хорошо, Вилка Сан, спасибо большое за донат. Я работаю на производстве колбасных изделий. Я говорю, а мою колбаску попробуешь, блядь? Так. Бля, я заебался этот рис промывать, блядь, у меня уже сил нету, нахуй. Бля, лучше микрофон к себе принесу.
Мне провод-то длинный. Я заебался этот рис промывать, блядь. Договор мне нахуй, подписан. Мне снится будет, как я его всем мою, похуй. Блядь. Иди нахуй. Ди Николаев, это по-любому ты, блядь. Пошла ты, блядь. Почерк мне знаком, блядь. Гниды этой нахуй. Мориарти. Мой личный Мориарти. Бля, устал рис промывать. Может, ну его нахуй. Может, ребят, я рис сварю, блядь, с семгой, заточим просто рисок и все. Там причем в инструкции написано 2-3 раза промывайте холодной водой, и все будет нормально. Я уже нахуй хуярю раз шестой, блядь, похуй ему вообще, абсолютно поебать. Да прям он все равно мутный, пиздец, сколько можно, блядь? Сколько можно, блядь? Давай, ага. Что, блядь? Мы все отравимся, нихуя. Нихуя. Это я вам сказал. Блять, да сколько можно его промывать, блять? Он всегда будет таким мутным, блять, или чё нахуй? Ребята, мне подсунули специальный рис, который не... Не промывается, мне кажется. Ну-ка, последний разок, надеюсь. Договор подписан. Рыжий опёночек, это мой первый донат. Рада, что он именно тебе. Верю в тебя. Ты все сможешь. Самое сложное. Сварить ебаный рис. Я ем абрикосы. Пиздец! Просто пиздец, прикиньте, это не в аудиокарте, не в микрофоне делал, просто ОБС залагал. Вот, блядь, у нас вот такие дела, просто я вот, ну не хочу я сегодня работать, блядь, пиздец, охуительно. Ну, короче, чуваки, я вообще думал вырубать нахуй, это просто пиздец, блядь. Просто ошибок нет, вообще нигде. Пиздец, блядь. Ладно, надеюсь, онлайн не ушел. Я промыл этот ёбаный рис, блядь. Сейчас я его ставлю на плиту. И хуй мне кто что скажет. Кстати, у меня нету, блядь, у меня нету крышки для него. А, да-да, там донаты приходили. Диана Масляный Радиатор Сан. Спасибо за донат. Ура, не мой стрим, да. Чё по микро, дядя? Ха, блядь. Шур SM7B. Вот такой микрофон у меня, блядь. Спасибо, а чё писать, Сан? 9500? Охуйся. Так. Что-то маловато. Короче, я промыл рис, и он точно промылся. Поехали дальше. Заливай водой. Я думаю, это мало, блядь. Блядь, все в рисе, нахуй, весь пол, блядь. Ну, очевидно, крутит. Да, мне уже вторую трансляцию крутит. Короче, если не поздно, делюсь универсальным способом приготовления риса. Пробовала несколько раз, у меня все выходило. Сначала ставишь на большой огонь, доводя до кипения, потом 15 минут на самом маленьком так огне так и под сказать. Крышкой. По идее, он за это время приготовится, и просто снимаешь с огня. Кладешь на кастрюлю полотенчика и накрываешь крышкой, оставляешь там минут на 10, чтобы лишняя влага впиталась. И готово. Спасибо ну, большое так и посоветовали. За музыку, за все. Ты классный, надеюсь, сделаешь харакири. Договор подписан. Сам даже пару слов не может сказать, а еще шамана обижает. Ты не пизди на меня, блядь. Я добавляю еще воды. Пойдет! Или может убрать, блядь? Короче, я хуй знает. Ну вроде нормально. Короче, идите нахуй, блядь.
Так. Что, что? Что не так? Минус 4К? Да это, блядь, крутит. Хватит мне крутить, нахуй. Нахуй мне крутить онлайн. Мне неинтересно вообще на, с вашими накрутками сидеть. Вон, идите к этим катанам-матанам, блядь. Так. У меня нет крышки, но у меня есть крышка от сковородки. Я думаю, сверху накину и похуй вообще. Ща. Вам видно? Ну, короче, да, думаю, пойдет. Как баллы вернуть? Нормально, я сейчас все приготовлю, блядь, не пиздеть, нахуй. Хули там уметь, блядь? Ладно, все, давайте с мертвой точки сдвигаться, я включаю, короче, эту хуевину. Все, кипение пошло, процесс пошел. Так. Смотрите, какая у меня есть доска. Будем на ней резать, ни разу не пользовался. Так. Блядь! Так. Это мне... Да, это мне доску подарили, блядь. Все к ДК. Тут прям рецепт пасты всех ДК, который я готовил на прошлом кукинг-стриме. Ребят, вот рис, если на столе остается, вам объясняю, это нормально, это так должно быть. Он впитывает лишнюю влагу. Переверни доску, ну да. Не, по-моему, она не для этого, да, сейчас. Вон у меня есть боевая кочерга надроченная, посмотри, блядь. И вообще уже похуй, она отчаянная, блядь. Так, будем хуярить огурец и авокадо. Давайте помоем сначала. Договор подписан. Я же на прошлом стриме говорил, а деньгу будет, и тетя придет. Вот я и пришла, держу обещание. Договор подписан. На донат насчет петлички ты ответил что-то по типу пук-мук-хрюк. Почему не пользуешь ее? Просто очень перед стримом сегодня очень много хуярил, расставлял свет, блядь, настраивал комп, и мне не до петличек было, я со стойкой похожу. Так. Я понял, да, что это не... Оказывается, мне никто не крутит. Понял, понял. Ой, так. Давайте самого сложного, с авокадо ебаного. Как мне с этой хуйней? Ты говорил вот так, да? То есть мы ее режем вот так? Блядь, страшно. Она на меня нахуй не напрыгнет, блядь. Я только в ТикТоке видел. Блядь, блядь! У, нихуя. И теперь как-то вот так. Так она сама вышла, блядь. А как еще дальше? А как мне эту шкурку снять? А, нихуя она снимет. Ебать. Лянь, смотри, она руками... Ебать, а что это за нахуй? За изобретение, смотри, блядь. Смотри, блядь. Ебать, и это вы едите, нахуй? Это ж хуйня какая-то, блядь. Как он хорош, спасибо. Так а что, блядь, она сама отсоединяется, блядь. Договор подписан. У кого-то сегодня будет демонический понос. Заткнись, блядь, заткнись, я тебя прошу, нахуй, не пизди. Так, жопу отрежем, да? Блядь, да она руками отсоединяется. Она гнилая? Да это вы гнилые сами по себе люди, блядь. Я вам серьезно говорю, смотри, смотри, как снимается, смотри. Видно, нет? Да, видно, смотри, хуяк. Нихуя себе, блядь. Блядь, ну я теперь весь в этом говне, блядь. Бля, ну вот эта дресня, вот с этой дресней надо что-то делать. А почему она такая обдроченная, блядь? Так. Бля, дай-ка на вкус попробую. А можно ее сырым есть, ребят? Ну, по идее, да, логично же. Ну-ка.
Нихуя себе. Бля, нихуя себе. Она на вкус, чуваки, она на вкус как фисташки. Я не знаю, почему, но она реально на вкус как фисташки, блядь. Да это выпечку, бля, прикольно, вообще нихуя себе. Бля, да это вообще бомба, нихуя себе. Поехали дальше, огурчик. Это хуёвина сразу, нахуй. Ну, режу я, конечно, не восхитительно, ребят, но у меня есть много других прикол. Блядь, надо было сначала от шкурки очистить, а потом его разрезать, блядь! А как? Вот так? Договор подписан. Данюса, я, конечно, не на колбасном заводе работаю, но предлагаю забить за стрим. Я приеду, помогу рис помыть. Спасибо, я сам разбираюсь, я, блядь, человек опытный, нахуй. У меня много лет за плечами приготовления суши. О, уже полдела сделано, смотри, как идеально почистил. Хули вы ржете, смотри, как идеально, блядь. Вот и все, теперь жду извинений ваших, блядь, мой адрес, нахуй. За базар. Ты чё творишь, режу? 1/10 огурца. Ребята, мне много и не надо, я человек скромный. Я человек скромный, мне много не нужно. Договор подписан. Привет, шеф. Видел, как Чач вчера заступался за тебя, балбеса, в клиентах под видосом с шаманом? Нет. Да хули вы заступались, там же хуйня собачья. Я причем эти комментарии читал 1.5 часа, блядь. Без остановки, 1.5 часа, там такая дурка. Но, мне, кстати, кажется, да я уверен, что там половина боты. Потому что я запоминал некоторые аккаунты, и они повторяли тезисы, поняли? Они в комментариях другим отвечали. Я прям, ну, смотрел комментарии, да, у него там 10 ответов, я начинаю ответы читать. И было такое, что там, допустим, какая-то Светлана, да, что-то я помню, типа, Светлана там и фамилия у нее. Причем аккаунты странно все названы, ну, может, бумеры реально. Вот, и она одно и то же пишет, она всем отвечает одно и то же, только, ну, чуть-чуть риторика меняется. Либо это совсем, ну, такие женщины, которые совсем заняться нехуй, короче, либо это боты, к чему я больше склоняюсь. Пиздец, огурцы красивые, спасибо, спасибо, ребят. Огурец очистят кожу. Кто-то мог видеть, как я в Mozilla жаловался, что не могу надеть линзы. Короче, я сейчас плюс научился. Чач, я молодец. Да хули там уметь-то? Спасибо большое, Сдана. Да хули там уметь-то? Так. Договор подписан. Даня, у тебя лунатизм? Сейчас ты готовишь суши, потом пойдешь воровать сумки. Да. Спасибо за донат. Да. А кто это был? Лепездренок. Лепездренок Сан. Вот, смотрите, какая идеально... Бля, а где я? Где я? О, я. Смотри, какая соломка идеальная, а вы пиздели. Так, авокадо также. Пойдет такая музыка? Даня, 26 лет, японский повар. Да. Теперь авокадо. Блядь, ну она как сопля ебаная. Посмотрите просто. Ну ладно. Вот так резать? Вот так? Ее, наверное, потом еще... Бля, может ее пополам надо было разрезать? Бля, походу, смотрите, надо было вот так, да? Вот так? Я прав? Норм, хорошо. Да, блядь, она вся разваливается в руке. Ау. Офига, о, будет. Удачи с готовкой. Спасибо большое. Нет, не будет. Это мы, японцы, не принимаем. Это для подростков. Мы бумеры. Да режь уже как хочешь. Я полностью с тобой согласен, блядь. Не слушай никого, правильно ты хотел мне сказать? Что я хорошо все делаю и так. Ну, короче, как-то вот типа такого. Потом дорежем, блядь. Ничего страшного не случится, дорежем потом. Правильно?
А, еще вот эта хуевина осталась. Дорежем, дорежем, блядь, по-моему, доделаем. У тебя в рисе тараканы, у меня в чате тараканы, блядь. Ой, блядь. Бля, вообще надо было ролик посмотреть, как эти суши делаются. Мне кажется, было бы намного разумнее, блядь. Потому что я даже наглядно не видел, как нарезают их даже, блядь. Ребят, что-то хуйня какая-то с рисом. Он какой-то, блядь, как каша получается. Угу. А он должен как каша выглядеть немножко? Может быть, ему просто довариться нужно? Договор подписан. Мне кажется, нарезка авокадо и огурца — это меньше из проблем в твоей готовке роллов. Уж не обижайся. Это меньше из проблем в твоей готовке. Хорошо. Это норм? А, все. Да, ну пиздец. Ну я думаю, я минут через 5 буду снимать уже его с этого. Ну реально, он уже готов практически. Норм пишет, хорошо. Рис-сан, да, уже готов практически. Промой. Да я сейчас тебе ебало промой, дружок, блядь. Так, а как дальше мне... Ай, блядь, чуть не уронил. Авокадо, так, нарезал. Отрезать от рыбного стейка небольшой кусок. Острым ножом... под углом сколько? 15 градусов срезать шкуру, чтобы получить... А, ну я понял какой, да. Проверить, нет ли костей. Небольшой кусок. Какой? Отрезать, блядь, небольшой кусок. Какой? Вот такой, 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 блядь. Что? Бля, я видео сейчас буду смотреть. Это пизда, блядь. Готовка Филадельфия. Сейчас я посмотрю, какими кусочками они нарезают. Я считаю, рис надо выключать. Надо его с крышкой. 6-7. Нам потребуется ровно. Блять, как это сложно. Огурец я правильно сделал. Что вы ебываетесь, блять? Ну только не полосочками, не такими, но я дорежу. А так-то я правильно все сделал. Он прям так же и шкурку убирает, блять, как и я. Реально так же, блять. Авокадо как он делает? А, нихуя, он прям так. Прикольно. Договор подписан. Кубанский пиздатый, краснодарский охуенный, круглозерный звучит странно, жемчужно невъебно. Красный на любителя, рис я люблю тебя. И с авокадо договор я все правильно подписан. Сделал, чё, блять, нахуй? Сколько позвонков в шее у жирафа? 7, по-моему. Спасибо. Договор подписан. Тебе же сказали, что надо до кипения рис довести. Потом на мелком огне минут 10. Отключить, а не накрыть полотенцем, чтоб влагу впитало. Тебе сказали, что надо до кипения рис довести, потом на мелком огне минут 10. Где микрофон, ты потом не скачем к стойке. Да все правильно я сделал. Договор подписан. Убавь огонь и накрой крышкой. Он кашей стал, потому что мешаешь часто. Оставь его в покое минут на 5-10. Все, он, блядь, ну я выключил уже все. Я все правильно сделал, не пиздите, блядь. Сука, сидят сначала в чате мне такие, ты неправильно, ахаха, минус баллы. Я смотрю, видос тип то же самое делает, копия, блядь. Чья мать пришла? Так вот. Договор подписан. Так вот, я... Коничива ДК, босс-сан. Коничива, крыса из Рататуя. Илу, коничива, спасибо большое за донат. Всем санам, всем чач-сан. Чач-сан, передаю коничива. Так вот, блядь, вы нахуй опездалы. Я смотрю, блядь, видос чувака. Он выглядит как Обломов, как ебаный повар. И он делает абсолютно так же. Ну просто я кривовато, потому что у меня опыта нет, блядь, нарезки. Но он делает то же самое. Нахуй, Миша Ковивак, ты тут перебань все, кто меня троллил. Пап, часто выступаешь с песней 2К. Один раз выступал, один раз в жизни выступал. Спасибо большое, на фестивале недавно. Больше не исполнял никогда в жизни. Миша Ковивак, перебань всех. Можешь перемотать, короче, стрим назад на этот момент и перебань к хуям пермачом всех, кто меня троллил, блядь. Когда я авокадо резал, огурчик, блядь. Все я правильно сделал. Ага, вот он как делать, понял. А, так он все просто. Бля, так просто. Ты ее просто полосочками и потом сверху накрываешь. А, нихуя. Да кто так и стол готовит? Пошел нахуй, блядь. Пошел нахуй. И своим рисом, блядь. Так готовит твоя мать, блядь. Так она меня научила. Все, рыбку надо просто нарезать полосочками. И все, и потом их наложить сверху.
Лучшему повару сушисту для хорошего настроения. Спасибо, Тина. P.S. шутку про колбаску оценила, ахаха. Спасибо большое. Юра Яктосан и Тина Сан, спасибо большое. Блять, воняет как в сортире, нихуя себе, блять. Фу, бля, как он мочой. А, мне показалось, она уже нарезана. Ебаш. Бля, ну надо подумать, короче, как вот суши примерно вот такие, да? Бля, ну рыбы по факту мало. Согл? Рыбы реально мало. То есть мне по факту вот так ее, блядь. Но в видосе он прям вот такие шматки. Она что, уже нарезанная? Нихуя себе. Бля, посмотрите, какая дрочь. Она уже нарезанная, блядь. Или нет, блядь. Бля, что она разваливается, блядь? Подписан. Еще одно такое высказывание в мой адрес, и я тебе отсосу. Спасибо большое, himself son. Блять, а как мне ее... Блять, а как... Что с ней делать-то? Договор. Будем по факту разбираться тогда. Зачем ему нож? Зачем ему нож? Ну, короче, я эти шматки просто вытаскиваю. Даня, красивая луна сегодня, не правда ли? Есть ли какая-нибудь кринж-история, которая произошла с тобой недавно? Чач лучше меньше, чем три. Спасибо большое, луна замечательная, да. Привет, хороший повар на вес золота. Знаю, что этот стрим смотрит одна мадам. Это для нее. Тебя ждет завтра большая шоколадка, Мариша. Спасибо большое, это я, Сан. А, кринж истории... Сейчас, подожди секунду. Рыба говно. Кто там писал в чате, ой, донатил, говорил, что поменяй рыбу, блять, она реально невкусная. Ну ладно, похуй. Но она не протухла прям, но... Но она невкусная. Ну, может быть, в сумме будет нормально, кстати. Но зато без костей. Чач, накидайте мне сердечек в чат, а я вам сапки. Спасибо, Юра, я кто сам? Ой, спина болит. Ну, слушайте, по-моему, все. У нас нарезан авокадо. Бля, авокадо на вкус как фисташки. Я того все ебал. Бля, какой интересный вкус, пиздец, прикольно. Огурчик нарезан, Сан. Есть рыбка. Получается... Рис, кстати, очень похож на тот, который... Чё пиздели, бля? Да? Вы, бездари, кто там пиздел про меня, чё? Скажите мне, друзья. Все похоже на то, как я смотрел сейчас в ролике, блядь. Все похоже. Какому дизайнеру ты доверил обустройство кухни? Нахуй у тебя стоят пустые перечницы? Нахуй что? Нахуя у тебя стоит пустые перечницы? Какие? А эти, что ли? Да хуй знает, блядь. Бля, друг, я квартиру снимаю, блядь. Я бы в жизни такую кухню не купил, блядь. Че, ебанутый. Так. Бля, чуваки, все получается. Ребята, вы уже чувствуете запах прибыли? Давайте пока поболтаем. Блять, у меня весь пол в рисе, нахуй. А, да, я на донаты не ответил, точно, точно. Красивая луна, не правда ли? Есть ли какая-нибудь кринж-история, которая произошла с тобой недавно? Сейчас, секунду. Да вроде нет, кстати. Рис такой должен быть, для того, чтобы не разваливались роллы. Все, все, все. Не, он меня реально охуенный, я вам без шуток говорю. Нет у меня кринж-истории, ребят, я вообще ровный тип. Опа, Фузбой, спасибо большое. За кучу сабок, миллиард сабок. Бля, сейчас все авокадо съем к хуям, блин. Подписан. Даня-сан, когда вы будете давать уроки по японской кухне? Такой талант не должен пропадать. Конечно, ребят, да я же вам сейчас показываю, как все работает. Закажи норм рыбу, дай мне в лом. Да, мне как-то похуй. Договор, блядь, подписан. Авокадо класс. Батя лучший повар, кто не согласен, мое вам уважение. Пошел нахуй, Ксюша-сан, блядь. Ксюша-сан, блядь. Ты знаешь, что такое стиль журавля, блядь? Ксюша-сан, блядь. У меня штаны с пивом, со мной так не разговаривают, блядь, посмотри. Посмотри, посмотри, у меня домашние штаны с пивом, блядь. Я их причем заказал штук 15, короче, штаны просто. Но они тонкие, рвутся. Штук 15, блядь. Со мной так не базарят, блядь.
Смотрите, какая у меня пепельница. Фу, блядь, от нее несет, как от вас, блядь. Поделись рисом. Нет. Надо разобраться, что с рисом. Ну, как я понимаю, столовую ложку вы сказали... А чего, блядь, столовую ложку? Договор подписан. Блядь, забыл. Надеюсь, уксуса, да? Что у опытного японца будут охуенные роллы. Надеюсь, с нами поделятся. Ребят, я для вас и готовлю. Договор спасибо, подписан. Досочка-сан. Балбес, привет. Первый раз в жизни доначу. Спасибо, Киберпанк-сан. Что это будешь ты? Короче, чё хотела спросить? Таблетки от поноса купил? Вообще, на самом деле, ну, бывает, ну, нет, не купил, но, блядь, я думал, все прошло, но иногда несет, если честно, есть такая хуйня. От тебя говно несет, слышь? Подойди сюда, слышь, блядь. Слышь, купи себе мышь, назови ее, слышь, понял, нахуй? У кого есть ссылка на плейлист? У меня нету. Дани будет кушать протухшую рыбу. Она нормальная, просто она невкусная, блядь. Ну, не та, которая в роллах обычно. Но я думаю, роллы получатся. У меня что-то договор впечатление очень... Подписан. Ну, ожидание хорошее. Юра, выходи за меня меньше, чем три. Спасибо, Вилка-сан. Пиздим авокадо. Не трогать нахуй, блядь. Даня, ты просто секс в этом халате или кимоно. Спасибо. Это я сейчас сам комментарий придумал. Не, на самом был. Понизь донат. Да вы меня заебываете этими донатами. О, еще подписок дохуища. Спасибо еще за 9 подписок. Ебать. Нихуя себе, блядь. А че по онлайну, ребята? Скажите онлайн. Чем вас различь, пока у нас еще настаивается рис? Ну, я думаю, уже можно брать или нет, чуваки? Или пока... Нихуя. О, 6,5, нормально. Бля, надо повязку себе на голову намутить, да? Блять, может футболку какую-то? Сейчас, у меня есть лишнее, сейчас. Здорово, отец Сан, я только отошла от стрима Мазар, слезы пустил. Верю, что ты лучший сушист, надеюсь, не прованусь, люблю больше, чем меньше, чем три. Спасибо, блять. Кандали Лейбер Сан. Бла-бла-бла, Сан, спасибо. ЕДМ Кудасай. Бустер. Японский бустер. Бля, у меня халат не застегивается никак, бля. У меня... От него должен быть пояс, я его скоропостижно проебал. Санитары. Я этот, Тимурка из Гаязов Бразерс. Пусть луна нам светит ярко, обгоняет иномарку. Визу девочку куда-то, я хотя бы не пешком. Похоже? Похоже? Да, не бустер. Чё, короче, чуваки, сегодня играем. Играем, короче. Бля, сейчас у меня очки где-то. По-моему, нет очки. А, нет, вижу. Короче, чувачки. Все, короче, сегодня нахуй. Все, КС-очку ебашим нахуй. Всех нахуй, быстренько будем ебашить нахуй. КС-очку. Похоже? Спасибо, ребят, спасибо за поддержку. Бустер, верни Даню. Так это я сушист. Сука, ебать, я как придурок выгляжу. Ну слушайте, каким-то хуем, либо суши слишком... Либо я с рисом переборщил в том плане, что он слишком кашей стал, но походу я смог, блядь, сделать нормально. Я все рассчитал, блядь, потому что там однородный рис, то есть нету воды. Юра, я кто сам? Все зайки, на сегодня с сапками все. Всех люблю. На следующих стримах еще вам подкину меньше, чем 33. Спасибо, Юра, я кто сан. Большое тебе за сапки. Он смог, и не горите. Ну что, ребят, чувствуете свои баллы? Кто против меня голосовал? Чувствуете, как вы проебали, блядь? Ребята, на войне все способы хороши. Поэтому, блядь, я сделал так, как считал нужным. Но главное не... Главное это результат. И... Хуи. Вызывай тебя один на один. Ты уверен, блядь, что у тебя духа хватит, дурачок, блядь?
Ебло завали, хорошо, извини, пожалуйста. Фу, способ стать умнее, играть с более умным противником. Да. Это я говорил, да, было когда-то. Откуда халат? Сука, какой нахуй халат? Это кимоно, блядь, посмотри. Посмотри, блядь. Где ты увидел халат, ты нахуй, чипиздрик, смотри. Фрикенбок, это вы. Да я ебаный сушист, блядь, ты дурак нахуй. Ты дурак, за базаром следи, ты посмотри, вот, посмотри сюда внимательно. Сука, ебать. Эй, чел из Ютуба. Эй, чел из Твича, да-да-да. Пошла война. А чё, можно уже рис выкладывать? Как вы думаете? Кунг-фу панда, ты? Да. А ну пиздец. Да? А, хуйно, ребят. Ну мне его надо в какую-то хуёвину выложить, ча. Так, мне надо эту хуёвину из кастрюли положить сюда. И потом будем, да, уксус добавлять. Хуй знает, какая-то хуёвина есть, блядь. Я думаю, это для супа, но... похуй. Бля, рис вообще бомба, чуваки! Договор подписан. У тебя, наверное, рыба соленая, видимо. А в реалах должна быть сырая. Поэтому вкус будет отличаться от твоих представлений. У тебя, наверное, рыба соленая, видимо. Кстати, да, вроде бы. Да. Смотрите, опездал и на этот рис, блядь. Чё, кто в меня не верил? А кто меня не любит, тот просто мне завидует. Посмотри на этот рис, блядь. Посмотри на этот ёбаный рис. Он как в видосе, который я сейчас смотрел, блядь. И кто на меня пиздел? Ребята, вот я какой могу сделать вывод по этому поводу. Не слушайте никого. Делайте то, что вы считаете нужным. Ведь именно так добиваются цели. А если вы будете тратить свое время на тех, на всякие левые советы, то вы ничего не добьетесь. Запомните это. Бля, ну еле выдавил под конец. Странная хуйня сейчас была, да. Ну слушайте, у меня появилась мотивация, потому что когда вы меня всем чатом дрочили, нелюди ебаные, когда меня всем чатом твари дрочили, я уже разочаровался, думал, мне нихуя не получится. А теперь я знаю, что у меня все получится, гниды. Договор подписан. Сахар, соль, рисовую. Почему ты так избегаешь, мой ник? Весь стрим доначу. Подсказываю, что как. А ты только ругаешься, что в тебя никто не верил. Спасибо, не Арина Мать-сан. Я всегда знал. Вот единственный человек, который не верил, это не Арина... не Арина Мать. Сан. Аригато. Короче, он добавляет, поняли? Он берет стакан, в этот стакан добавляет, выливает, короче, этот уксус. Вот он у меня есть отдельно. И в него хуячит, сахар и соль. Да? Сейчас я посмотрю, что-то... Ой, блядь, вот сейчас бы не проебаться. А чё это за мочевина, блядь? У него прям там дохуя. Фу, блядь. А чё за мочевина, блядь? Я как будто вискаря себе плеснул, блядь. А чё, больше нету, нахуй, или чё? Блядь, чуваки, видимо, нету. Но этого хватит на мою тарелку, блядь, вот этой хуйни. У него прям дохуя там всего. Много уксуса не лей. Пей. Договор подписан. Ребят, это нельзя Чипарина ни в коем ни за случае. Один донат не поблагодарил, как обычно. Я в игноре, теперь только гадости писать за знаки. Да вы доебали, я готовлю еду, блядскую. Можно, ясенька, Сан, можно тебя на секундочку? Посмотри вот на это. Как ты думаешь, что это, блядь? Это кухня. А как ты думаешь, что я на этой кухне делаю? Готовлю. И, как ты думаешь, А как ты думаешь, смогу ли я в таких обстоятельствах, смогу ли я успевать читать донаты? Ой, читать ники. Возможно, нет. Я надеюсь, ты меня поймешь в этом плане. Спасибо тебе большое. Сыновку не забудь обернуть плены, иначе у тебя все прилипнет к ней. Да, я видел, видел. Ну ладно, короче, а сколько сахара добавлять? А тут не написано сахара. А сколько сахара добавлять? А сколько сахара добавлять? 5 килограмм?
тебя деньги кидает, а ты выебываешься? Совсем охуел, ЧСВ? Пошел нахуй, блядь. Ты не видишь, я готовлю, блядь. Блядь, наш соус из сахара, рис... Блядь, что из сахара? Из сахара, соли? Вот. Наш соус из сахара, соли и рисового уксуса. А какое? Кому чё, блядь? Балбес, он готовый. Вы точно уверены? Я сейчас прочитаю. Достаточно снять готовый рис, переложив его в удобную посуду и равномерно распределить уксус. Перемешать рис лопаткой, тогда остынет он... подождаться, пока остынет, и приступать к приготовлению. Да, он готовый, бля! Все, ладно, тогда перемешкиваем. Мне кажется, еще риса дохуя что-то. Ну ладно, разберемся с этим. А какой лопаткой мне... У меня нету лопатки, блядь. Курань, а романтический ужин будет? Будет. Спасибо большое. Сейчас, подождите, мне башку ебет эта хуйня. Все, ну по идее я эту хуевину выливаю. Все, блядь, ну я очкую сейчас. Я просто, понимаете, что туплю? Я очень боюсь сейчас неправильно что-то сделать. Ну все, я хуярю. Короче, мне похуй, я хуярю. И сейчас это все нужно тщательно перемешкивать. Блять, а как это перемешать, блять? Опа, пошло дело. Фу, бля, как воняет этот соус. Соус воняет, однако, блять. Ой, да кто пишет мне там, неправильно сделал? Я уже, блять, я вас на утро с маслом ем. Слушай, получается ничуть не хуже твоих песен. Пошел, сука, нахуй. Руками? Вы долбоёбы, он с кастрюли, блядь. Нах, мне твое внимание. У меня есть мой любимый чатик. Ну вот с ним и общайся, блядь. Какой руками, блядь? Я сейчас вас руками, знаете, что с руками сделаю, нахуй? Вы долбоёбы, он только с кастрюли, он, блядь... Он обожжёт, блядь, руки. Вы конченые, нахуй? Что мне советуете? Какая хуйня, боже. Бля, вы меня бесить начали. Какую хуйню пишут? Ногами, руками, блядь. Блядь, прикиньте, да? Он рис в кастрюле, они мне пишут, руками перемешай. Блядь, вы хотите, чтобы я нахуй вообще... Это самое, нахуй, без рук остался, блядь, с ожогами. Меня и так на пол руки, нахуй, на пол кисти ожог, блядь. Хотите еще, нахуй? Рис за творчество, да, ребят? Вот он ваш РЗТ, блядь. Вот он. Обзоры делал на мои клипы. Хипокрайт ИП сказал, что говно, вот что с ним случилось, блядь. Я его сварил, нахуй. Чё да хуйно? Соль добавил? Смотря какую, блядь. Я сейчас постараюсь прям потщательнее перемешать, потому что все равно нужно, чтобы он остыл время, поэтому я... Бля, он прям очень липкий, чуваки, он прям невероятно липкий, это заебись. Бля, у меня получилось. Ай, блядь, чё упало, нахуй, чё упало? А, нож, ебать! Ай, блядь! Мне нож прям возле ноги упал. Прикиньте, он бы сейчас воткнулся. Вот это был бы разъеб, блядь. Пиздец. По-моему, это каша. Ну, блядь, так и должно быть, они липкие. Рис-то липкий должен быть. Чтобы из него сушу можно было слепить. Это же не рассыпчатый. Я же прав, да? Он же не рассыпчатый должен быть. Ну все, я, по-моему, перемешал как мог вообще. Ну посмотрите, какой он липкий стал. Ой, сейчас вы меня пососете, лохи, блядь. Кто против меня там баллы голосовал? Баллами, гниды. Да-да, все-все, он от уксуса. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Он стал реально липкий, блядь, посмотрите. Блядь, у меня получается, я в ахуе. Он реально стал такой, блядь, как на видео. Все, ну вот сейчас он перемешался 100%. 100%. Договор подписан. Фу, ребят, все, ждем, пока рис остынет, чтобы я его мог трогать руками, и начинаем закручивать. Да ну пиздец, блядь. Смотрите, что могу, блядь, чуваки, просто зацените, смотрите. Пока рис остывает, я вас развлекаю. Блядь. Это так, пристрелился, ну просто посмотреть, как оно. Вот теперь под запись. А, я там чуть-чуть неправильно сделал. Сейчас под запись.
блядь. Подскользнулся, короче, пол немножко, блядь, липкий. Немножко носок вот так сорвало, короче, не смог поймать, блядь. Сейчас, вот сейчас под запись. Да, блядь, пол. Сейчас, ребят, поудобнее встану. Вот сейчас под запись. Вот сейчас бандикамте. Блядь, сука, я подбородком его ловлю. Ща. Блядь! Да чё, блядь, что? Вот отлёг ты меня донатом. Да ты так и сяк, ёбаный. Все, я с тобой не опыщ больше, и мы не друзья, чач. А вас люблю очень. Спасибо, Юра, я кто? Меня Юра, я кто? Сан, отлёг немножко, ребят, поэтому не получилось. Сейчас под запись. Ща чекайте. Сука. С первого раза почти. Так вот, ребята, рассказываю, как я добился такого идеального вкуса своих роллов. Все началось в далеком 1965 году. Ах, ты так забавно удивляешься, что все получилось. Все же по инструкции. Конечно, все будет хорошо. Я в тебя верил, Кашин-сан. Вы молодец. Спасибо, Настя ПП-сан. Так вот, да, в 1965 году. В 1964, если быть точнее. Тогда Япония только начинала свое технологическое... В Японии зарождался ее будущий технологический процесс. И тогда мы с моим другом по имени Викташ... Блять, что за азиат на кухне у меня курит? Туши давай, вонючка ебаная, дышать бы мне чем. Совсем оборзил. Спасибо, Викташ-сан. Так вот, а вот вспомнишь солнышко, вот и лучик. Так вот, да, я со своим товарищем Викташем открыл свой свою рольную. Мы еще тогда не знали, что это называется суши-бар. Мы назвали его рольную. Так вот, и тогда я изобрел свой легендарный рецепт роллов под названием... А кто сегодня больше всех задонатил? Блять, я его именем назову свои роллы. Ну, скорее всего, Юра Якто. Так вот, известные роллы Юра Якто. Мама-то не заругает, а мне ее нету. Договор подписан. Даню Кашин Чапэмен. Только попробуй честь джунгли роллы назвать. Чсушник. Не, ну если роллы не получится, то в честь тебя называю. А если получится, в честь Джуна Ли. О, Джун Ли, вспомнишь солнышко, вот и лучик. Он так просто забыл меня, и в чем тогда смысл всего этого? Джун Ли, я никогда тебя не забыл. У меня татуха есть вот здесь, на пояснице. Джун Ли. Пьет воду. Спасибо, ребят, за аннотации. Ебать стакан. Это знаете для чего стакан? Чтобы я пил и за вами подсматривал, смотрите. То есть я как бы я с вас глаз не свожу, нихуя. Сука, Джун Ли, уйди отсюда хотя бы сегодня. Интересно, кто же победит за звание... Не, кто же заберет название моих роллов? Джун Ли? Джун Ли, либо я кто? Великая битва самураев. Джун Ли, Сан и Юра Якто-сан. Кто же сегодня заберет это название? Не могу сказать пока что. А что у нас, кстати, завтра день стримов? Я уже устал, блядь, эти дни стримов делать, если честно. Чат, помните, Джун Ли вам сапки не кидал. А, VR вы хотите, бля. Либо по пизделке, я помню. Опа! Джун Ли Сан? Мечтай, Юра. Бля, борьба. Так-то Джун Ли показал звук на 15-20. Пиздец. Спасибо большое, Джун. Тихо, я на клячу, тихо, это больше 100 рублей, я ебать.
Ясенька, да. Ну я все понял про твою поддержку, Ясенька. А, он смазывает маслом, прикиньте. Он эту хуёвину, он накидывает пленку и салфеткой, короче, надо, чтобы рис не привыкал, не прилипал. Все. Капельку и растирает. Ага. Ага. Руки холодной водой еще надо смачивать. Нихуя. Да я ебу сколько это. Сейчас, секунду, ребят. Бля. Пиздец. Бля, имба, назови ролыч Джун Якта, клёво же. Джун Якто, Джун Якта. Тогда интонацию немножко, Якта. Джун Якта, все договорились. Если чувствуете, что рис начинает прилипать к рукам, просто еще раз смачивайте их водой. Так что прям половинку листанули. Все, поехали, понял. У, блядь, я волнуюсь, короче, что вот, вот это я запарю, короче, почему-то у меня ощущение такое. На уровне... Так, сначала надо воды холодной набрать. Ты сможешь, я верю в тебя. Ребят, спасибо вам всем большое за поддержку. Так, а где эти хуёвины? Вот он, бамбуковая вот эта хуёвина. Так, для начала нам нужно разрезать напополам. Единственное, чем мне точно нравится этот стрим, что можно всегда высмаркиваться. Ура, я их померила. Есть, самодонат. Спасибо большое за 300 рублей. Блять, упаковка говно. Ты просто... Ну ладно, не буду объяснять. Ты просто открываешь, блядь, и он тебя сразу ломает эти листы. Как так делать, блядь? Что это за хуйня вообще? Кто эту хуйню придумал? О, вот они пахнут вкусно. Як пахнут, нихуя. Короче, вот эту хуёвину нужно делить ровно пополам. Потому что одна закатка — это половина этого листа. Соответственно... Блядь, а как её разрезать? А вот. А, блядь, осторожно. Ну, немножко криво, ну и похуй. Не все режь, зачем? Ножницы? Да похуй, я уже разрезал, посмотрите, блядь. Это просто произведение искусства, блядь. Сейчас края подпилю. И все, вот, смотри. Как банкноты, блядь. Все, не пиздеть, я вас больше никогда не слушаю в этой жизни, вообще. Ебать, еще подписок миллиард, блядь. Спасибо тебе большое, Юра. Юра, я кто? Бля, ну это какие-то богатые развлечения, соглы. Ахахаха, я вас наебал с сапками. Скриньте. Бля, доска-то маловато, посмотрите. Сейчас, я тогда могу доску всех ДК использовать. Во. Но все равно на ней резать ничего не надо, правильно же? Так, так, так. А где у меня... А, вон она лежит. Сапки нельзя выпрашивать, за это бан. 100%. Спасибо еще раз большое, я кто за миллиард сабок. Мне просто не могу посмотреть, сколько конкретно. Бля, как-то это надо с двух сторон... Оп. Главное, чтобы воздуха не было. Блять, ну это хуйня какая-то получается. Блять, как ее замотать-то нахуй? Помогите, ребят, поддержите, поддержите, блять. Ну не в смысле поддержкой. Да блять, все. Сука ебаная. А, я придумал, смотри. Опа! Да не умный! Да не пожил! Да не хуй на все положил! Посмотри на этого мастера! На этого мастера суши! Все, разъеб! Получилось, получилось, получилось! Сейчас ее просто крепить нужно аккуратненько прям. Я на
всякий случай еще раз замотаю, потому что слой очень маленький. Мадера, извините, что я вам чат разъебал. Лювас, кавивак, дай роль в DCP же. Ну и все, короче, где... Блядь, ну она просто не под размер, чуваки. Ну, не под размер, к сожалению. Сосать! Теперь ебеним сюда капельку. Ферри. Фу, теперь самое сложное. Как эту хуйню соединить? Угу. Все вместе. Сейчас, ребят, я последний раз ролик смотрю, как он это все делает. И погнали. Закручивать. Мужики, я вытащил линзу, а? Бля, чуваки, это... Блядь, это очень сложно. Что за хуйня? Ой, блядь, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что за хуёвина? Хорош, Юра, я кто? Я ж тебе сказал, просто вот так берёшь, оп, и вытягиваешь. У вашего суши-бара есть доставка до Эстонии? Я хочу попробовать. Конечно, сейчас доставим. Осталось чуть-чуть. Через 20 минут весна. Ну это у тебя конкретно, у меня 10 часов еще будет. Бля. Поехали. Сначала пробуем. Короче, выкладывать эту хуёвину нужно от себя вот так. Вам видно? Да, видно. Вот так мы её выкладываем. Руки в холодной воде. Смачиваем. Берём шматок. Вот такой. И погнал выкладывать. Так. Бля, сильно липнет слишком. Подожди, я что-то напутал. Блядь, подожди. А так ли должно? Подожди. Бля, пахнет уже, кстати, роллами, прикиньте. Запах ролл, короче, сильный. Ха-ха, прикол. Так, это вот сюда нужно раскатать. И она должна на 2 сантиметра вот здесь должно выступать. То есть мы ебашим вот такой слой. Я не помню, сверху нужно отступать или нет. Сейчас я посмотрю еще раз. Вот она 2 сантиметра идет. Ага, здесь все правильно. А вот сверху я не уверен. Сейчас посмотрим. Бля, надо вам повыше, да, наверное? Вот так. Бля, я не по... Сейчас я пересмотрю по поводу вот этой стороны. По-моему, здесь надо отступать. Или нет? Короче, чуть-чуть еще риса надо добавить. Капельку. Вот сюда. И вот сюда капельку. Пошел! Питиха, питиха, да, шампанзиха. Это больше 100 рублей. Я ебачу матерю. Конечно. Пробись с роллами ПЖ, а то я 18 баллов потеряю. Вот, сука, специально, чтобы ты проебался жестко, блять, я сделаю идеальный суши. Посмотри, как я ровно сделал. Это пиздец, у меня получается, блять. Я проебался, да. Помада веселые, конкурсы интересные. Все, я проебался, я понял. Вот эту хуйню надо на 2 сантиметра, да. Я был прав изначально. Ща. Немножко косметики, так скажем. Во! А вы что думали? Тут все по уму, блядь. Блядь, чуть-чуть порвал. Бля. Все, больше не трогаю. Короче, и теперь эту хуйню каким-то образом нужно перевернуть. Берем. Бля, лист распадается. А как ее перевернуть? А как мне ее перевернуть, блядь? Лист распадается, блядь. Я того все ебал. Какой я пиздатый. Не снимая пленку, ну конечно.
Мастер, мастер. А здесь почему-то завернулось немножко. Да бля, а почему он завернулся здесь? Все, 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 без паники, без паники. Все нормально пока что. Вроде бы. Так, сейчас. Я сейчас четко по ролику буду делать. Бля, ну я боюсь, что он не завернется, поняли? В полноценный ролл. Теперь. Блять. Повар. Бля, надо было нижний край поджать. Ну похуй уже, уже поздно. Две полоски сливочного сыра. Он ебашит куда? Вот сюда. Вот сюда сливочный сыр. Договор подписан. Как ты балдежно работаешь пальчиками с рисом, точка, точка, точка. Можно я буду твоим рисом? Спасибо большое за донат. Да. И вот сюда... Блять, икры надо было взять. Ну ладно, похуй. Ага. Беремся за край циновки. Все, и дальше он закручивает. Поехали. Сейчас я сыр сделаю. Пятихат, пятихат, я наклячу пятихат. Это больше 100 рублей, я ебачу матерю. Чач, а вы что думали, что я за него ставить буду? После всего того, что мне этот рыжий балбес наговорил. Да ты, я тебе еще до того, как наговорил, ты против меня поставил. Пиздун, блядь, пиздун. Натуральный пиздун, блядь. А если я его подогрею, он будет помягче? Нет? Надо его размять немножко, мне кажется. Не надо, хорошо. Поймал, фуф, успел поймать. Ну все, вот мы его и размяли. Так. Посмотрите на это произведение. Как будто, конечно, собака насрала, да? Но посмотри на это. Теперь авокадо вот сюда. Ебашим вот так вот горстями авокадо немножко. Еще немножко. И огурчик. А я примну немножко. Но я думаю, я дохуя добавил нормально. Так. Дальше. Ясно, не завернется. Думаете? Блять, все упало. Могу чайной ложкой? Так. Бля, я, короче, когда хату куплю себе, обязательно сделаю так, что, ну, короче, прям в студии, где буду стримить, установлю, блядь, себе раковину, чтобы высмаркиваться каждую секунду. Фуф, теперь это надо хуйню завернуть. Но, мне кажется, чуваки, это дохлый номер. Вот этот, скорее всего, не получится, но следующий будет заебатый, потому что мы сейчас делаем пробами и ошибками первую, да, штуку, правильно? А потом, короче, будем нормально все делать. Короче, пожелайте мне удачи, сейчас самое сложное. Поехали. Поехали. Плюс 100 сабок? Нихуя себе, Юра, спасибо большое. Ебанулся, блядь. Псих. Так. Мне кажется, он слишком... Ну ладно, похуй. Прижимаем начинку. И погнали заворачивать. Бля, ДК, суши мою Филадельфию уже 2 часа везут. Треш, заказала ужин.
ща пососете, гниды, блядь. Кто против меня был? Договор подписан. Я жду свою доставку роллов. Также сотрудники на кухне. Не слышу извинений! Я не слышу извинений, блядь! А где извинения, блядь? Я вот в чат смотрю, а где они? Вижу, вижу, извинения пошли. Люблю вас, Чач. А рыжий лох слепой. Спасибо большое, Юра Яктон. Да ебешь сегодня, конечно, подписками. Ну, сейчас, чтобы он круглой формы был. Ну, возможно, немножко не так, но... Бля, у меня рыбы-то хватит, блядь, на два заката, прикиньте. Блядь, ну а что с этой рыбой делать? Вы видите куски вот эти? Это ж просто ужас. Ну где-то неровно будет, поебать, я думаю. Блядь, ну что за... Сука, надо было нормальную, здоровую филе взять. Рыба как тряпка, да-да-да. Ну рыба реально говно. Рыба говно. Да надо было шматок, я не знал, что мне Юля вот эту хуйню принесет. Ну похуй. Ребят, главное же, что для стрима было. Бля, прикиньте, у меня только на одну хватит, блядь. Пиздец. Мне только на одну хватит. Ха-ха! Ну чё, лохи, блядь? А? Ну чё, лохи, спрашиваю? Бля, шкурку не... Ну это маленькая шкурка. Вот это маленькая, забейте, это хуйня. Договор подписан. Какой же ты умничка. Главное, чтоб вкусно еще было. Сейчас еще проверим. Фу. Чё думать? Чё будем делать? Рыбы не хватает. У меня только на одну штуку рыбы хватит, блядь. Хватило. Чё будем делать? Ну заказывать это минут 20-30 ждать, блядь. Или похую. Мне надо будет переставлять камеры потом. Для... Чипсы. Ну все, уже поздно, блядь, ребят, с вашими чипсами. Бля, ебать, вы сегодня донатили, да? Спасибо, Елена, это я вам готовлю. Елена, это я тебе готовлю, в том числе. Даня, приятного аппетита. Спасибо, но я ж тебе тоже готовлю. Пока не кушайте, ребят, то, что я там приготовил, сейчас... Молодец, ничего не разваливается. Единственное, что разваливается, это мои отношения. Это моя семья, правильно говорится. Подвести всех, кто в меня верил, я пытаюсь их не подвести. Блядь, курьер. Нихуя быстро. Блядь, меня сейчас курьер как дуралея встретит, вот так вот. Он так на меня посмотрел, как будто он каждый день такой вид такой. А, типа... Чувак в кимоно с повязкой на голову. Ну, похуй. Может, что-то пропустил, но уже кидали ссылку на плейлист или хотя бы название? Да слушай, я просто на ютубе ввел типа Japan Funk, и вот это попалось реально. Все, больше ничего, да? Это что за пенис форели, блядь? Посмотри, что это, блядь? Что, сука? Что это, блядь? Это что за, блядь? Половой орган форели. Посмотрите с моей рукой. Посмотри, что это, блядь? Пиздец. Ну ладно. Надеюсь, меня за рекламу не снесут. Ну-ка, РЧВ, как он? Да, фусы. Поищите сами. Группа называется Суетология. Окей. Ну я потом найду. Я знаю, как ее открыть, ребят. Элементарная физика. Поддеваем? Вот так. Оп. Ху-ху!
Бля, я сегодня просто превосходен, блядь. Я сегодня просто, ну я не знаю. Если есть лучшая версия меня, то она сегодня договор рулит. Договор подписан. Договор подписан. Блядь. Забавно, что весь стрим это реклама масла. ПС. Юра, я кто сделал этот стрим? Юра, мы с Чичем тебя любим. Спасибо большое, да. Покупайте масло. Я ем масло, чтобы попа не погасла. What the... What the... What you say? Блин, ребята, Марьяна Ро выиграла меня в Слезарио. What you say? Нож поточи, я об тебя сейчас поточу, потому что ты тупой, блядь. Бля, ну что я могу сказать за сегодняшний стрим? Я почему-то очень устал. Не знаю почему, но я чувствую сейчас себя уставшим какого-то хуя. Ну это вообще, это прям очень жирные роллы получится. Пиздец просто, чуваки. Прям пиздец. Бля, посмотри, какой срач, бля. Теперь мне нужно переставить это все к столу, чтобы мы с вами пообедали. Правильно? Сейчас будет романтический ужин, да. Во, бля. Во, нахуй. О, смотри, какая темень, блядь. Сейчас, секунду. Да ты шо, блядь, во. Бля, еще убираться, пизде. Ой, какая, бля, как я люблю убираться. Блядь, не знаю. Нет в жизни ничего прекраснее, чем убираться, блядь. Серьезно говорю. Ну все, вот так. Романтично? Достаточно, я считаю, хорошо. Фу, какой я молодец, да, согласен с вами полностью. Да ладно, что вы меня подъебываете, блядь? Что подъебываете-то? Так, первая свечка. Бля, как ее... Договор подписан. Даня, ты молодец, купенька хуйный вышел. Не парься сильно. Приятного аппетита. Япончик меньше, чем ты. У меня воск капнул, походу, на этот... На сушу. Или показалось, блядь. Да ты шо, блядь. На сушу, да. Ну что, ребята, как ваш день сегодня прошел? Рассказывайте, как прошел ваш день? С тобой замечательно, спасибо. Юра, спасибо. Мне не дали кинуть еще 50 сабок. Лан, я ушел. Всех люблю. Даня, давай. Прости, пожалуйста, за пиздец сегодня на стриме. Надеюсь, я не слишком заебал. Я с кайфом вообще. Договор подписан. По-моему, она что-то высоко. Какие красивые роллы получились. Я и не сомневалась в тебе. Филадельфия, это мои любимые, кстати, точка. Спасибо за ужин. Ты так старался. Лучшая точка. Я еще не попробовал. Сейчас будет момент истины, они вкусные в итоге или нет. А похуй, я их прям на стол хуячу. У меня все равно тут пленка. Сегодня мы пьем Just Rose безалкогольный. Ну, вы можете притвориться, что вы пьяны. Ой. Вначале вообще 9к было. А это когда я перезагружал, короче, договор оно показывается за одного спасибо, человека. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя, пиздец, дурында. Молюсь, чтоб ты был в МСК Алмаза. Спасибо большое за донат. Договор, ну, может быть, когда-нибудь подписан. Посмотрим. Я только зашел. Мы кого-то поминаем. Да. Великого Даню Кашина. Вам налить? Держите, ребята. Держите, это вам. Много не пейте. И себе. Договор подписан. Ты зачем сам себе донатишь? Спасибо большое, Данила Кашин. Ну, такая, я такой чмо. Просто никто не донатит, поэтому. Спасибо большое. Бля, я уже жрать перехотел раз 10, короче. Мне уже насрать на эту жрачку. Я просто на эту хуевину смотрю и думаю, бля. Ладно, поехали. Сейчас выяснится, кто же победил. Получилось ли у меня приготовить суши или нет? Роллы, точнее. А, да. У меня есть специальная хуёвина для соевого соуса. Сейчас. Все, соусика плеснул. Мы пьяные. Ну вот и все, блядь. Сказал же много не пейте. Ну что ж, поехали.
Бля, под музыку, да, прям граундно. Я тоже поставила свечку. Налей мне ПЖ тоже. Будем сейчас кушать от души. Приятного. Чуваки, это настоящая Филадельфия. Это я как будто бы заказал, блядь, их в какой-то доставке, и она очень вкусная, бля, вам серьезно. Я скушал самой с первой рыбой. Это даже не форель, это семга. Вы проебали, блядь, дурачье, нахуй. Кстати, вино классное. Вы проебали. Смотрите, какое получилось, нахуй. Вот сейчас пробуем с форелью, да, получается? Бля, пиздец, она огромная. Она вкусная. Договор. Но прошлое лучше было. Даня, нам с чучим ужин ртом отработать. Сука, какая она огромная. Чуваки, с икрой мы не угадали. Вы правы были абсолютно. Ну, кто там писал, что икра может быть хуже сделать. Да. Убрать бы икру, было бы охуенно. Но первое, которое я приготовил с семгой, прям один в один, короче, как в доставках, более чем съедобный. Сосать, бля! Плюс 22к, нихуя. Боже, как легко. Бля, я сам в ахуе. Я помню, как у меня мама с тетей готовила... Сейчас я микрофон прибавлю, я вижу, что... Мама с тетей, короче, готовили, помню, роллы, договор, которые темненькие такие. Кукинг окончен. Перейдем с угрём или хузня, как-то правильно. И у них очень плохо получалось. Вот что я вспомнил. Почему я думал почти всю готовку, почти под конец, до конца. Я думал, что получится хуёво. Потому что у меня мама готовила, помню, с тётей. Но я ещё пиздюком был в классе седьмом, я помню. И у них плохо получалось. Там некоторые хуёво, некоторые нормально. Ну, короче, слабенько. И, короче, блядь, я думал, что у меня точно не получится. Так что сосать вам, блядь. Троллили меня, ой-ой-ой, рыбка падает. Издевались надо мной, меня троллили, блядь, гниды. А я взял и сделал, блядь. Пока вы громко пиздели, я тихо ебашу. Приятного аппетита. Мне 20 лет. Хочу переехать из Дагестана в Россию. Какой город так лучше, это есть Москва Россия или Питер? Бро, не знаю, смотря зачем ты едешь. Надо же подумать, чем ты заниматься-то собираешься. Работы здесь нету. Сразу говорю, вообще нету. В Москве сложнее тебе еще будет. Если ты сам с Дагестана, мне кажется, сложнее будет, потому что, типа, сдаем квартиры только славянам, это не анекдоты, такое реально. Ну, там точно есть такое. Поэтому сложно тебе будет еще и хату найти. Ну, попробуй. Если хочешь ебашить въебкой что-нибудь достигать в Москву, хочешь просто, чтобы город был такой, ну, цивильненький, европейский, но чтобы все не ебошило, ну, въебки такой вокруг не было, то в Питер. Все просто. А вино класс. Я проебал квартиру, спасибо, Дань. Убери рис с чёлки. Рис с чёлки? Что, дурак, блядь? Энигму Чачу. Ха-ха, блядь! Чачу, вам подлить ещё вина? Ба. Я вам подливаю немножко вина. Договор подписан. Он готовит ролки. Не мужчина, а мечта. Может, поженимся? Я тогда посуду помою. А так молодец. Я уж боялась, что нихуя не получится, как у меня. Ой, а вы, бутылка уже почти пуста. Тост. Как же без тоста? Конечно, без тоста. Этот бокал прекрасного... старого вина я хотел бы поднять в честь того, что вас уже 200 тысяч человек. Ребята, я уже говорил, что... Да уже пьяный, да. Я уже говорил, что... уже говорил слова сопутствующие, да, по этому поводу. Но сегодня я хотел... За 202 тысячи. Но сегодня я хотел сказать, что надеюсь, что это не последний рубеж, который мы празднуем в моей жизни. Надеюсь, вот как 200 тысяч подписчиков за год пришли, что через год, бля, надеюсь, что через год мы будем праздновать 600 тысяч. Это будет разъеб, бля.
А лучше уже сразу миллион, я считаю, что я заслужил. Посмотрите, как я нихуя не делаю. Ну, я вон суши приготовил, я считаю, я лям заслужил. А, блядь, палочки уронил, сука, блядь, понятно. Ну, я в очко уже. Договор подписан. Лучшие свидания. Спасибо, меньше, чем 3. Пожалуйста, сейчас я за палочками схожу. Клининг стрим. Ха-ха, кстати, блядь, прикол. Фу, блядь, я так сегодня устал, это пиздец. Сейчас после стрима еще хуячить, блядь, убираться. Да, не алкоголик. Да вино безалкогольное, блядь, балбесины. Еще! Еще! Я уже такой, знаете, это уже концовка вечера. Мне должна быть рубашка уже на две пуговицы расстегнута. Я такой сижу с бутылками. И вот я этому начальнику говорю: пошел ты! Не смей, знаете, это хуёвно. Готовый 13. Ну что, время спеть? Бля, жалко, гитары нет. Ну, у меня есть электрогитара, но она расстроенная полностью. Да и сломанная она по факту-то. Бля, сейчас бы гитарка, да так? Трынь. Договор подписан. Безалкогольное вино это типа виноградный сок или что? Ну, слушай, она на вкус реально как вино, только нету алкоголя. Безалкогольное вино это когда нет алкоголя в вине. На вкус как вино. Есть безалкогольное пиво, и оно на вкус как пиво, только без алкоголя. Сейчас, я за гитарой расстроенный схожу. А в этот прекрасный вечер я хотел бы сыграть вам песню своей молодости. Песню своей молодости. Нужен движ, нужен хаос, всем дожить бы до утра. Им нужен стиль, нужен бас, я создан, ты доедай, да-да-да. Движ, нужен хаос, всем дожить бы до утра. Им нужен стиль, нужен бас, блядь, я создал, ты доедай. Все в порядке, мимо двигал утром, прозвенел будильник, зубы чистил, все начали только об учебе мыслил. Лег пораньше, спал, как милый, по закону все как... В Библии я уже задохнулся, короче. Договор. Спасибо. Подписан. Привет, один тут отдыхаешь? Нет, в компании прекрасных людей. Не, ну если я сейчас пою я русский под расстроенную гитару, сочтут, что я прикалываюсь, поэтому меня еще посадят к хуям. Ну не надо, короче. Бля, у меня струна застряла, оказывается. У меня струна пятая не играла, оказывается. Смотри. Бля, у меня уже там свет упал. Так вот, пятая струна не играла, теперь ты нормально все. Ну вот это вы знаете. Я когда тебя увидел, понял, будешь моя, весь твиттер расписал, как сильно я люблю тебя. Кстати, название для роллов я создал. Ты да-да, неплохо подходит. Я люблю тебя. Я порву лицо парня, что был до меня, но снова ты проходишь мимо, опуская взгляд. Прошу заметь меня. Я, конечно, не романтик, сложно подбирать слова. А как, блять, аккорды забыл. Ну, короче, лучше напишу директ тебе в Инстаграм. Привет, как дела? Я, конечно, не
А как там дальше, блин? Директ тебе Инстаграм? А, подхожу к тебе на тусе, чтобы познакомиться. Но ты убегаешь, не заметив мои роликсы. В одну руке шампанское, наплевав на все. Сижу с бокалом вина, смотрю стрим. Представляю, что у нас свидание. Прекрасный вид. Хули ты от меня бегаешь, ебать, ты красивая. Просто поцелуй меня, не надо говорить спасибо. Бля, это вообще, это великая хуйня. Сижу с бокалом вина, смотрю стрим. Представляю, что у нас свидание. Прекрасный вечер, да? На свидание. Мы с тобой под луной, под луной, yeah. Под луной, под луной, под луной, yeah. Под луной. Боговедовый смоги, блядь. Наговори мне о любви, не что надо. Я пью что-то там вином. Короче, я устал. О, бля. Ну что, ребят, это было охуенно, я считаю. А горький вкус твоей любви меня манил. Ну завтра VR или нет, посмотрим. Ну короче, сегодня я могу что сказать, я устал. Сегодня я заебался, конечно. Сейчас что, убираться, блядь, час точно. Ой. Завтра, скорее всего, может по пизделке сделаем, а не VR стрим. И на этом закончить неделю стримов, я устал. Ну, я постарался, да, но я говорю, к сожалению, видите, подготовка хуёва. Вот, допустим, когда я к столу садился, я мог и третью камеру же по факту включить. Короче, хз. И скоро у меня, кстати, может еще эта камера отключиться, потому что у нее сетевой адаптер сломался. Мы купили их две штуки, прикиньте, и вот сегодня один уже сломался. Пиздец, пиздец, как жить, блядь, с этой хуйней? У меня уже, правда, глаза ебутся уже. Так, так. А теперь представьте, что вы реально на свидании. И перед вами сидит этот тип с гитарой без всего. Еще и Нигма на фоне, ахаха. Ваше действие. Договор подписан. Осталось ремень расстегнуть, чтобы живот не давил, и вот он идеальный сосед алкаш. Точка, кстати. Можно у вас заказать маки, сраки, хуяки, темпуру. Ай, блядь. О, да. Ремень расстегнуть, чтобы живот, говорит, не давило. Жиза, жиза, было, было. Четверг VR. Посмотрим, чуваки. Понимаете, блядь, у меня помимо стримов, которые я сейчас каждый день, блядь, буду стримить, нахуй, у меня еще дел дохуища, блядь. Я опять нихуя не успеваю. VR можно в четверг. Ну, короче, завтра. Завтра мы ебашим тогда 100% Just Chatting. А в четверг посмотрим, короче. Либо ничего не будет, либо что-то будет. Ну, я, короче, хз. VR на выходных. Нет, чуваки, устал, пиздец. Давай не в четверг, я работаю. Договорились. Наше вино попиваешь. Нет, у вас вот. А у меня вот. Четверг похороны Дани. Было. Покажи еще раз роллы. Сфоткайте. Вот вам на превьюшку. Перезаливером на превьюшку. Твои бездонные глаза... А в них печаль размером с морем. Я в рот ебал этот вокзал, этих людей и этот город. Вагон меня уносит дальше с каждым мигом. Прошу, не забывай меня, где бы я ни был. Где бы я ни был, а дальше... А, нас в этом видел лишь дождливый Питер. А счастливые, как в книгах. Эй, проводница, как бы мне напиться. А, забыться. Ненавижу засыпать, ведь она вечно снится. И мне не спится, снова пью, как бы не, мне не спится. Так устал видеть ее лицо тут во всех лицах. Договор подписан. Если ты будешь отправлять рейд Лере, то не нужно. Она просит не рейдить ее, так она устала. Да, мне похуй.
Я какой, блядь, ты посмотри, какое, какое мы это состояние. У меня тут все нахуй. Ее бездомные глаза, а в них печаль размером с море. Я в рот ебал этот вокзал, этих людей и этот поезд. Спасибо большое, ребят. Вы, короче, да, что вы пишете, что просто песню включил? Это реально я спел. Ну, то есть, это я прям, как, ну, как в оригинале. Фу, как вы меня доебали всякое. Я устал, пиздец. Мне надо заканчивать. У меня, кстати, на этом компьютере даже концовки нет, поэтому... Не, рейд я сегодня точно никому давать не буду. И сегодня даже концовки не будет, как у нас обычно в конце стримов, потому что, я говорю, на этом ноуте у меня нихуя нету. Поэтому срян. Ебани песню про кабана. Это Кузьмы, который, я помню. Смешная, кстати, приготовление ролл. Это, конечно, хорошо, но игра на расстроенной электрогитаре. Бля, это было лучше, да. Ну, я реально, я лучше ничего не генерировал. Быстрее клипы в ТикТок, блядь, заливаем. Это ж смешно. Спасибо за лучший вечер. Ребят, вам спасибо большое. Не, сегодня классно было, действительно. Но просто, блядь, на ногах стоять и сложно такие трансляции одному делать, короче, с двумя камерами, ну поняли. Хотя ничего сложного, ну просто поняли, немножечко бы вторые руки, было бы заебись. Давай завтра хоррор. Я больше ни одного хоррора, я больше. Мы будем еще смотреть кино определенно на Твиче, но больше хоррора я смотреть не буду. Ну после Астрала и, ну короче, вот этих двух фильмов, которые мы вчера смотрели, блядь, я больше не хочу хоррора смотреть. Ну это прям хуйня же, только теперь по моему выбору, я вам серьезно говорю, только по моему. Говно лютое, я полностью согласен, но это прям очень плохо было. Это концовка, причем я с кем только не общался, знаете какая хуйня? Я с кем только не общался, все говорят о том, что раньше, когда, ну пиздюками смотрели люди это кино, все говорили, что очень страшно было, поняли? И у меня такое же впечатление почему-то было. А когда я посмотрел эту концовку вчера, я охуел, как это плохо. Где можно глянуть запись со стрима? Либо у меня на канале, на стриме есть много ребят, которые перезаливают. В следующий раз, да, про криминал смотрим. А возможно, кстати, чуваки, чтобы я не запаривался и вы не запаривались. Ну, скорее я. Можно в четверг не VR-стрим, а с новой кино посмотреть. Про мафию чекать. Да, таких я дохуя знаю. Го? Ну, посмотрим, хорошо. Если я не устану. Если и время хоть, ну, захочу уделить этому без проблем. Я говорю, просто, блять, я с альбомом хочу уже. Короче, я еще один фит должен делать там. Потом скажу с кем. У меня альбом висит. У меня висит шоу, которое я уже должен был запускать в начале этого месяца. У меня мерч. Короче, я нихуя не успеваю. Дай бог, чтобы со Славой. Не. Ну, с Вирус будет. Но это им туда песня. То есть, это не мне на альбом. Ну, просто предложили, я согласился. Ну, посмотрим, какая песня, я еще даже не садился за нее. Так сделай перерыв от стримов, чтобы все успеть. Так они у меня и так и есть, просто... Просто сейчас неделя стримов. Ну, в честь 200 тысяч подписчиков мы несколько дней подряд стримим, поэтому... А при просмотре фильмов про гангстеров будут твои вставки с интересными фактами? Ну да, ну если я вспомню что-то, потому что... Ну, мои все познания в этом области заканчиваются тем, что я так... Ну, знаете, как я буду объяснять? Бля, короче, там есть один чувак, босс мафии. И у него, короче, есть друг. И этот друг, я ни одного имени, ну, как бы, я говорю, я как бы знаю, кто есть кто, но имена у меня всегда проблемы. Поэтому, ну, как могу, так и объяснять и буду, правильно же? Сколько песен будет в альбоме? Не знаю. Больше 8, точно. Договор подписан. Подари новый мерч, как выйдет, уж, тебе же не жалко. Ну, хорошо. У нас, скорее всего, много позиций будет, поэтому посмотрим. Подлей вина, так она закончилась. Вино закончилось, у вас целый бокал еще, блядь. Давайте пейте. Хотя вообще, в теории, надо бы минималку сделать. А, да, я же сегодня, бля, я забыл вам рассказать. Я сегодня в прачечную отдал свой мешок с мерчом. Огромный, блядь, вот такущий мешок, нахуй, с мерчом. Так что его скоро отмоют, отхуячат и привезут мне свежий мерч. Я его буду среди вас продавать. Устрою аукцион. Что по ценам на мерч? Бля, чуваки, будет дорого, скорее всего, 100%. Бля. Давайте заканчивать. Мне еще убираться договор здесь. Подписан.
подписан. Еще... Привет, только привет. Пришла, пересмотрю стрим обязательно. Вчера тоже пропустила. Ну, было не смешно. Смогла, вносила первый взнос за квартиру. Извините, хвастаюсь. Ну понятно, блядь, круто, блядь. Круто, Ксю, повезло. А я вот не вношу ничего за квартиру, блядь. Спасибо большое за донат. Все, ребята, давайте заканчивать. Пойду я убираться. Спасибо вам большое за 200 тысяч подписчиков. Да. Донатерам спасибо, чату, вот этим бесам ебаным. Спасибо большое за активность вашу. Встретимся завтра по-любому. Завтра будут по пизделке что-нибудь, договор реакции на что-нибудь, да? Ё-моёшкина, стрим до сих пор идет. Я думал, уже запись смотреть будут и не устал. Приятного устал. Аппетита. Спасибо большое, да я уже поел. Не, получилось охуительно. Если ты спрашиваешь, получилось без шуток хорошо. Все, господа, давайте встретимся завтра уже, ну, грусти нагонять под конец стрима не буду, потому что, блядь, завтра увидимся хули, а не через полнедели, правильно же? Поэтому, Чач, вам огромное спасибо за ваш актив, подписывайтесь на телегу мою, донатерам тоже огромнейшее спасибо, да вообще всем спасибо, ребят, ничего сказать не могу. Отлично, посидели, подождали, пока я вам приготовлю, поужинали, надеюсь, вам всем понравилось. Поэтому, ребята, счастья вам и здоровья. Все. К сожалению, сегодня, кстати, без заставки, поэтому стрим резко обрубится, блядь. Даже непривычно как-то, да? Ну все, ребята, всех крепко обнял, приподнял. Все, давайте, пока.